Вот Mercedes, это автомобиль комфорта Автопруссия 2, вторая модель, на базе короткобазного Mercedes Sprinter 313. Внутри этой машины оборудован салон для спальными местами на 6 человек для комфортного пребывания такой группы людей. Есть санблок, есть кухонный блок, гостиная. Все это уместилось вот в такую машину. Управление, приборная панель, отделка. Это для связи с дальнобойщиками, коробка автомат, ну и принадлежность Пруссия. Входная дверь, кухонный блок. Дальше салон. И вот эта вот дверь, вход в блок санитарный.